Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброе утро, хорошего настроения, отличного стройного дня. И, конечно же, напомнить про очередную стройную фишечку дня. А вообще сейчас лето, замечательное дело, мне даже в магазин за фишечками ходить не надо, можно выйти во двор, но в крайнем случае за калитку. И показываю как раз сегодняшнюю фишечку. Вот такой замечательный свежий огурчик, который я сорвала в своем огороде. У меня малюсенький, буквально 1,5 квадратных, ну, 2 квадратных метра. Богатым урожаем я не могу похвастаться, но все-таки выйти во двор и сорвать свеженький огурец, это совсем не то, что купить в магазине. Я как-то уже рассказывала, что когда мы жили в Магаданской области, мама у меня работала в теплице, и как раз она выращивала помидоры и огурцы. И вот этот вот вкус свежесорванного огурца я помню с детства. Это что-то невероятное. Поэтому, если есть у вас возможность, так сказать, с подножным кормом питаться этим летом, делайте это обязательно. Нет своего участка или огорода, ходите к друзьям, к соседям, напрашивайтесь в гости и так далее. Потому что, конечно, именно в свежесорванном фрукте или овощи больше всего витаминов. Чем дольше они хранятся, тем меньше добра в них остается. Пользуйтесь на здоровье этой стройной фишечкой дня. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Оставайтесь на связи. Ставьте лайк. Жгите. И все у вас получится. Всего вам доброго. Пока.